нас сегодня с вами еще один посетитель. Кто? Очень важный. А-а-а. Эй, шпана! Ну-ка быстро отсюда. Пошли, 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 пошли! За дверь, за дверь. Дикие. А согласно, почему отняли у меня всего у человека, который освободил вас, показал цель и дал в руки средства. Писем нет, телефона нет, обвели вокруг пальца. Зачем? Вот-вот. Успокойтесь, пожалуйста. Я спокоен. Успокойтесь. Я принял решение просить у партии яда. Пистолет у меня отобрали, охотничье ружье тоже. Столовые ножи режут очень плохо. Источник насилия не может быть бессильным сам. Это аксиом, не требующий доказательств. Попали? Промазал. Есть? Не знаю. Я помогу. Что? Ну... Осторожно. Руку давайте. Сейчас. Я сам. Сам. Я давно хотел вас спросить. Вы что, собираетесь жить после меня? Ну, зачем вам это знать? Просто так интересно. Как вы представляете себе эту жизнь? Солнце взойдет после меня или нет? Будет такое же скотство и безобразие, или все кончится, стухнет и пропадет? Дурак пролетарий будет воевать со скотиной, буржуа, мельдоблеводы, кровохарканье. Кто-то ходит. Вы не представляете, что вас ждет после меня.